1804 году указом императора России Александра I в Казани создается Казанский императорский университет. После февральской революции он переименован в Казанский государственный университет. После смерти Ленина постановлением ЦИК СССР в 1924 году был назван КГУ имени Ульянова Ленина. Такое название вуз носил до 2010 года, пока не получил статус федерального. В 2020 году Казанскому федеральному университету исполняется 216 лет. К 2020 году количество иностранных студентов выросло в 18 раз. Учиться в Казань приезжают иностранцы из 106 стран мира. Под своим крылом КФУ объединил 7 вузов Татарстана. В университет вернулось медицинское образование и появилась своя университетская клиника. Самыми перспективными стали направления биомедицины и фармацевтика, инфокоммуникационные и космические технологии, нефтедобыча, переработка нефтехимии, комплексные социогуманитарные исследования, перспективные материалы. Казанский университет вошел в топ-100 лучших университетов по образованию в глобальных рейтингах Times High Education, улучшив свою позицию с 94 на 90 место. Также университет вошел в сотню лучших вузов мира в нефтегазовом направлении по версии QS. В университете кардинально преобразилась научно-образовательная инфраструктура. Благодаря исследованиям университета, Болгарский и Свияжский музеи и заповедники внесены во всемирное наследие ЮНЕСКО. Ректор Ильшат Гафуров получил премию Российской Федерации как автор концепции этого проекта. К слову, спорт стал неотъемлемой частью воспитательного процесса студентов КФУ. Также в университете ради воспитания в духе патриотизма студентов КФУ проводится ежегодный студенческий марш победы. Помимо этого, студенты университета всегда отличаются ярким творчеством и индивидуальной выразительностью, что ежегодно доказывает студенческая весна, проходившая в ВУЗе. Так давайте же поздравим Казанский университет с днем рождения и пожелаем всем сотрудникам и студентам успехов в достижении своих целей.